Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в God of War, третья часть, ребята, идем дальше. Кратос пробирается по коридору, точнее по пещере. И у нас ключ Борея появился, и мы возвращаемся сюда, мы здесь были уже, но нужно вон ту штуку включить. Потому что она активируется с помощью ключа. Давай, включай. И посмотрим, что здесь будет. Вот, вот, наверх надо. Наверх включай сандалики. А, не туда, не туда. Не туда сандалики включил. Еще раз. Развернись, ё-моё, блин, куда ты смотришь? Вот так. Наверх. Забрался, молодец. Идем дальше. Здесь мы еще не были. Поэтому будем собирать весь опыт, который дают. Кстати, насчет опыта. Нам осталось улучшить клинки. И это будет четвертый уровень сейчас улучшения. Останется пятый. В общем, пятый уровень клинков будет. Ну-ка, клинки сейчас попробуем. Клинки. Вот! Уже ударов-то всяких много интересных. Можно рубить спокойненько, так что буду пробовать и клинками биться. Еще одна записка, давай прочитаем. Зевс потребовал создать узилище еще для одного пленника. Встретившись с судьями Аида, я чувствую лишь жалость к бедной душе, которая будет там томиться. Я бы хотел, чтобы несчастные души обрели свободу прежде, чем падет цепь. Дедал, день 4593. Сколько же дней он писал эти записки, а? Это целая вечность. Жизни восстановили, можно спокойно идти дальше. А вот Дедал, кстати. Мой сын, мой прекрасный Икар. Хорошо, хорошо. Ледяной дождь. Ты должен сразиться со Скорпионом. Ледяной дождь — это и есть секрет лабиринта. Чтобы спастись, мы должны собрать его. Ты молодец. Ты уже начал. Я видел, как перемещались кубы. Так вот, попав внутрь, используй дар Борея. Он позволит тебе управлять лабиринтом. Что ты сделал с моим сыном? Мой сын, где мой сын? Твой сын мертв, Дедал. Мой сын, мое дитя, нет, нет, нет. Я взял дар Аида, жидкий огонь и ледяной дождь, чтобы создать силу лабиринта. Создать силу! Создать силу! Силу созидания. Силу разрушения. Владыка богов оставил меня. Если я построю лабиринт, он обещал вернуть мне сына. Он сказал, что если взять жидкий огонь... О, мой сын, о, мое дитя. Так, ладно. В общем, зацепиться надо. Зацепиться, но... Ну как туда надо допрыгнуть, что ли, получается? Ай-яй-яй-яй-яй, как же вниз-то сразу полетел? А, вот так надо было всего лишь. Ну что, Дедал? Я мимо тебя и дальше пойду. А ты виси пока. Я, может быть, за тобой вернусь. Напридумывал лабиринтов. Сейчас будем разгадывать. Нам, я так понял, получается, нужно попасть в этот лабиринт из кубов. Так, чё, спрыгивай. Ага, все, полетели. А, еще цепляйся, еще.
Еще выше. Еще. А что ты делаешь? Че я делаешь? Ничего не делаешь. Сейчас смотри. Не делай, я же спортанец. Что-то опять задвигалось. Сейчас посмотрим, что будет, куда это все приведет дело. Сейчас, похоже, лабиринт состыкуется. Все задвинулось и создался большой куб. А вот и вход в лабиринт, похоже. Мы долго этого ждали и попали наконец в лабиринт. Будем пробовать открывать что-то. Ребята, вы что? Вы пришли поговорить со мной, я был не готов к этому, ну-ка. Давай, клинками своими, ты же можешь вообще сильно порубить всех тут. Блин, как-то не очень эффективно, мне кажется. Вот эти ручищи и то мощнее, сразу он пошел бить. Раз, два. Держи, братан. Собака вылезла трехглавая. Ну-ка, давай. Держи. Еще. И последний удар. Здорово, песик, здорово. С одного удара его вышиб. О. Ну, ребятки, поговорим по-другому. Как вы с огнем? Я вам огонька маленько подбавлю. А чё, почему пес выдохся? Ну-ка, давай, продолжай еще. Нормально, вот так, давай. Все. Песик мой устал. Так, иди сюда, отдай быстро. И разок еще, все, размазали по стенке. Так, следующий, кто подходи. Все открылось, все, идем. Все нормально, сундучок. Чуть-чуть нам подлечиться. Магия целая. Я даже магию не использовал. Судя по тому, что картинка повернута, так сказать, кубы вращаются, да, и получается... Сейчас увидим. Да, вот. А вот тут надо как-то пропрыгать, прям я даже не знаю, как это аккуратно-то сделать. Сундуки. Ой-ой-ой, подпалило меня, как так-то? А в какой момент надо подойти? Надо сундук-то открыть. Так, подождите, ждем тогда, пока огонь раскочегарится, потом уйдет, и мы с ним уже, вернее, без него пойдем открывать сундук. Есть, перо Феникса, отлично. Отходим. Еще раз надо подойти. Забираем опыт и уходим быстрее. А теперь вопрос, куда идти дальше? Куда же идти дальше и где ползти? А, есть догадка у меня, конечно, вот... как ползти, но это меня могут сжечь. Вот здесь надо ползти, да. Я был прав. Ну, быстрее. Залезай.
Все отлично. Пока они состыкуются, надо переползти на другую штуку, наверное, да? На правую сторону. Давай попробуем. Да, вот в этот момент. Сейчас они стыканутся, и мы прыгнем. Прыгай. Хорошо. Так, теперь здесь смотрим, когда успеть пробежать. В какой момент? Вот сейчас был момент, наверное, пробежать. Да. Стоп, 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 лезь. Быстрей, быстрей, быстрей наверх. Все хорошо. Падай. Есть. А теперь рычаг. Рычаг, давай, нажимай быстрей. Вот, открылся вход, нормально. Теперь как-то надо аккуратно спрыгнуть вниз. А, ну в принципе механизмы-то уже не работают. Да можно было сундуки, кстати, и не брать тогда вот эти. Сейчас забрать только. Ну и понапридумывал он, если честно. Лабиринтик. Ну-ка, давай дальше. А, здесь мы можем активировать, смотри. Нет, не можем. Можем. Так. Еще раз. А, стоп. Все понял, это обратно. В общем, ну-ка, вот здесь что-то. А, это можно тащить. Ну хорошо, я залезу, давай попробуем залезть. И что здесь? Ничего я не увидел здесь путного. Так. Ладно, куда эту штуку деть? Вот это для чего штука? Куда-то ее хотят, чтобы я переместил, да? А, ее может быть поставить вон туда надо. Только чтобы забраться... А, вот так, наверное, так. Сейчас попробуем включить штуку. Ключ барея, включаем. Давай, спиннер крутит нас. Вот, да, ее надо переместить, смотри. Ее надо вот сюда затащить. Тогда она, когда перевернется, она будет уже там наверху. Еще раз переворачиваем. Все, вот так. Теперь запрыгиваем и двигаем ее на кнопку. Это кнопка, скорее всего, сейчас попробуем. Да, вот и ворота открылись, в принципе-то. Все, стоп. А чё, почему закрылись? А, я не дотащил, не до конца. Все, пусть стоит. Эти целые, у меня все показатели, ничего не надо. Не туда, куда ты... А, нет, туда, все правильно. Так, выход нашли. Здесь что? Здесь какая-то опасная штука, ребята, потому что кровь на полу. Если не туда наступишь, наверное, что-нибудь будет. Ну-ка, давай глянем. Так, ну попробуем сейчас перевернуть. Перевернуть. Больше я пока ничего интересного не вижу сейчас. Сейчас пробуем. Или тут не переворачивается, здесь другая система. А, вон я что натворил, да? Ну ладно, иди сюда. Магию давай использовать. Шипы, ребята, шипы вылезли вот там. Да, в общем, они где появляются, потихонечку растут, потом... Да давай магию уже, бей. Чувак, ты чё? Да отвалите, а. Надо буйволов быстрее. Вон они, шипы там появились, сейчас они будут там расти. Иди нафиг. Они перемещаются по комнате, получается. Надо быть аккуратным. Как только появится, надо свалить. А-а-а, как, куда свалить? Гаргуля, как зацепиться, я забыл. Забыл, как зацепиться, меня убило. Прикинь, я забыл, как цепляться за нее. И что, все сначала получается, да? Так, а как...
Как же цепляться? А, вот, подожди. Надо, главное, сейчас сообразить, как цепляться, потому что... Идите нафиг, а. Да хорош, а. Удар супер сделай, а. Пусть отойдут они все нафиг. Летим отсюда, летим, летим, летим. Там получается, сейчас будет момент, когда пол просто весь в шипах. Как цепляться за нее? За нее как цепануться, блин? Да цепляйся ты. Так. Что-то пошло не так. Ладно, давай супер ударом всех бить пока. Надо быстро с ними расправиться, чтобы они мне тут не мешали. На. Да давай еще пока с тобой там расправимся. Это все надолго. Давай так их бить будем, просто бить. Сейчас уже шипы везде будут. Прыгай, да куда ты? Вот, как цепляться, я забыл, как цепляться, ребята. Да забыл, блин. Давай, 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 бьем. Иди нафиг. Отойди, отойди с шипов. Ой, и того сразу прибило. Буйвол, вы что, офигели что ли, а? На. Тихо, 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 уходим. Уходим отсюда, нафига ты мне шарахнул? Так, прыгаем. Полетели. Продолжаем наш замес. Опачки, отходим, шипы. Эй, отвали. Отвалите, отвалите. Ребятки, ну хватит, а. Вы же добрые ребята, или что, или вы совсем не добрые. Злой буйвол вообще фигарит меня вовсю. Ну-ка на, отпусти меня. Я же сказал, не трогайте. Да не трогай меня, блин, ты чё? Хорош, а? Тихо, тихо, прям на шипы меня сбросили. Отойди, отойди, шипов. Идите вы нафиг, скажу я вам. Полетели. Кто следующий? Так, уходим отсюда. Уходим. Шипы нам не нужны. Иди нафиг, а. Что-то не то включилось. Ну-ка, давай-ка. Меня не бить сразу, вам сказал. Вы что, я вас предупредил давно уже. Ай, отпусти, отпусти, отпусти! Да что такое, а? Почему так-то?
Задолбали, а, если честно. Да как ты достался своим топором, а? Дурачок, блин. Отойдите все нафиг. Зажали меня там. Да иди ты дальше, куда шел. Ребята, что-то прям у вас вообще толпа целая. Надо как-то обходить эти шипы еще стороной. Дура это еще прикопалась. Тихо, тихо, тихо. Ушел отсюда, ушел. Вот. Буйвол отлетел там в сторону. Надо где-то в центре тусоваться, потому что сейчас опять шипы будут. Уходи. Уходи, Кратос, что ты... Не бойся, все будет хорошо, все нормально. Сейчас супер ударом уходим сюда. Пошел нафиг. Где там горгулья уже должна прилететь? Вон она, быстрее, быстрее сюда. Полетели нафиг отсюда. Надоели мне полчища этих монстров. Все, идите нафиг. Я пошел подзалечусь маленечко. Все, ребята, всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, кто не подписан. И всем удачи, всем пока.